Большой всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий Толкенвейт. Мы с вами дождались, наконец-то Эола вышла. Но вышла она пока только на азиатском сервере, поэтому сегодня у нас будет такой вот небольшой тестовый загон самой Эолы. Попробуем ее в тестовом режиме, посмотрим, что она умеет делать. Напоминаю то, что сегодня вечером в 21:40 по московскому времени приходите на стрим. Там мы всем стримом будем открывать Эолу уже непосредственно на нашем европейском сервере. Буду очень сильно надеяться, что нам выпадет большое количество Эол. Там желающих уже очень-очень много, поэтому приходи. Будет очень весело. А плюс к тому же, не забывай то, что у нас идет большой розыгрыш на 100 тысяч подписчиков. А на соседнем видео про розыгрыш там есть все правила участия. Можно выиграть себе плюшевые игрушки, благословение полулуны. В общем, очень много всего интересного. Ладно, давайте не будем откладывать в долгий ящик. Давайте посмотрим, что вообще умеет у нас делать Эола. Так, сначала, само собой, посмотрим просто на нее. На ее знаменитые... Ну, вот я сколько раз говорю, вот само стиль фехтования у нее он просто божественный. Вот. Над анимациями Эолы поработали, конечно, мама не горюй. Вот единственное, что заряженная атака у нее такая же, как и у Делюка. Поэтому ничего прям особенного нет. Ну, ходьба тоже более-менее красивая, да? Спринт тоже нормально. Так, чё по ешке? Так, быстрый. Быстрый, замечательно. Так, и сейчас попробуем долгий. Ну, в принципе, анимации достаточно быстрые, красивые. Ультимейт сейчас постакаем. Так, давайте посмотрим, что нам разработчики, как ее одели. Конечно же, эти характеристики здесь не настоящие, они просто нарисованы. Это уже сколько раз мы видели. 80-я пушка, пробужденная на 5 штук. Сильно. Артефакты здесь, конечно же, full C-set натянули, да? Все это понятно, да? А сколько крита здесь сделали? 50 на 50? Так, а здесь... А, 50 на 100... 60 на 120. В принципе, да, неплохо. И плюс физа 100%. Но у нас же еще бонус, да? Не забывайте. На 8 прокачанная. И созвездие... Типа пишут без созвездий. Окей, давай посмотрим, что у нас в бою получается. Интересно, кстати... Момент, почему именно решили дать здесь нам именно Лизу в саппорты. Почему бы нам не дать какую-нибудь фишлю? Либо... А, ну хотя только если за счет ультимейта, да? Так, давайте ульту проезжали. И вот сейчас нам надо типа дамажить как можно больше, да? Чтобы у нас настакался меч. И потом мы нанесли большую... Вот он прилетел. Ну, ульт. Ну, понятное дело, то, что сейчас, типа, здесь восстановление энергии лютое. И за счет этого ульта успевает настакаться еще до того момента, как она у нас заюзалась. Ну, знаете, приятно. То есть вот что-что. Взрыв вот чисто от нас не зависит, никакой анимации дополнительной нет. Играется приятно. То есть атаки легкие. Прилетают еще вот эти дополнительные клинки, как у чугуна. Конечно, хочется попробовать ее уже в бездне очень сильно. Хотя у нас там проблема, да? То есть мы понимаем то, что физики в бездне, ну... Мягко говоря, не особо сильны, да? Там на последних этажах слишком много сопротивления к физе. Из-за этого могут быть определенные проблемы. Но все-таки надеюсь, что разработчики понимают про это, и они нам сделают следующую бездну под физиков. Хотя, кто знает, может быть, и не сделают. Может быть, в Инадзуме будет больше противников, которые непосредственно на физику основаны. Ну... Как бы, по мне, стоящая штука получилась. Конечно, давайте еще раз посмотрим на коэффициенты. Может быть, там что-то интересное скрывается, да? Так, от чего скалируется быстрое нажатие долгое? Понижение физ сопротивления 23, 23. А, то есть она ешка еще физу режет. Неплохо, неплохо. Быстрые откаты, повышение защиты.
То есть, в принципе, она еще умирать не будет. Урон навыка базовый урон за единицу энергии, 30 энергии. Ну, кстати, да, 80 и 20 секунд отката. То есть, в принципе, откатывается она очень быстро, если заливать себе энергию. Тут реально можно будет показывать лютые цифры урона. Но, опять-таки, смотрите, основная задача будет в том, возможно, взять каких-то персонажей, которые дополнительно ускоряют скорость атаки. Потому что все-таки клеймор. А клейморы, как вы понимаете, ну, не моментально. Это не копия, которая наносит очень много мелких атак. И за счет этого можно типа настакивать очень быстро такие эффекты. Клейморы бьют достаточно долго. Кто у нас ускоряет атаку, да? У нас вроде бы Чугун ускоряет как, во время действия своей ульты. Ешки, точнее. Но красить атаки для Эолы — это определенно не то, что она хочет. Поэтому давайте, если у вас есть какие-то идеи, как можно будет собирать Эолу, то обязательно пишите, будем смотреть. Надеюсь, я все-таки выпущу гайд. Я обещал то, что я вернусь к гайдам. Надеюсь, действительно вернусь к этому. А так, вот такой вот быстренький обзорчик Эолки у нас получился. Надеюсь, она вам нравится. Не забывайте вечерком прийти на стрим. А так, большое спасибо тебе за просмотр. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.